Всем добрый день! Сегодня хочу поделиться рецептом вкуснейших, сочнейших, красивых котлет. Посмотрите, какие они аппетитные. Внутри получается очень сочно и очень вкусно. Готовлю только так. Для начала одну большую луковицу мелко порубить. Тем временем я замочила хлеб молоком, чтобы он полностью пропитался и стал мягким. Один средний картофель натереть на мелкой терке. Теперь картофель и лук отправляю к фаршу. Далее добавляю 2 столовые ложки манки. Это для того, чтобы котлеты не разварились. Специи кладу по вкусу и обязательно измельченный чеснок, одно яйцо и мякиш хлеба. Далее все хорошенько вымешать и довести до однородности. Когда фарш наш будет готов, берем и формируем котлетки. Котлетки рекомендую формировать большие, не слишком мягкие, чтобы они при жарке не получились такими плоскими и сухими. Кстати, эти котлеты можно использовать на прослойку бургера, отлично подойдут. Теперь отправляем наши котлетки жариться на растительном масле с обеих сторон до золотистой корочки. Котлеты рекомендую готовить на малом огне, чтобы они внутри полностью прожарились. А также подписывайтесь на меня в Инстаграме, там я делюсь короткими видеорецептами и всякими советиками. Буду всем рада, оставлю ссылку под видео. Посмотрите, наши котлеты готовы, какие они красивые, сочные и очень аппетитные. Думаю, я была для вас полезна. Приятного всем аппетита и до новых встреч!